Всем салют! Всем! Сегодня мы с Дианой будем делать отпечатки ручки и ножки. Мы еще ни разу такого не делали? Сейчас попробуем. Сейчас посмотрим, что есть в коробочках. Так. Ого. Ого. В коробочках есть вот такая открыточка. Есть две ленточки. Розовая и синяя. Это для мальчика или для девочки. И две инструкции. Одна на украинском языке, а вот эта подробная на русском. Будем делать по этой инструкции. О, Диана! Диана уже достала гипс, а вот это модельный гель. И вот такая тарелочка. Смотрим нашу инструкцию. Здесь поэтапно. Нужно в пластиковую тарелку налить 150 мл холодной воды, высыпать туда гель. В течение 20-30 секунд хорошо его размешать. Первое, что нужно сделать по инструкции, это размешать вот этот модельный гель с водой. Нужно влить в мисочку 150 мл холодной водички. Наливаем. Теперь нужно высыпать сюда гель и очень интенсивно его размешать. Открываем. Размешиваем, Диан. Видишь, мама мешает. Сейчас. Гель уже помаленьку начал застывать. Поэтому надо действовать быстро. Гель мы размешали. Сейчас будем помещать в него ладошку. Да-да. Теперь нужно взять ладошку малышки и положить ее в этот гель. Вот так. И ждать. Давай. Не бойся. Давай, не бойся. Все, стой. Мы проверили, наш гель застыл. Сейчас помаленьку будем вынимать ручку. Не спеши. Вот такая получилась ручечка у Дианы там. Понравилось тебе? Да. Сейчас еще ножку потом сделаем. И повесим сюда на открыточку, да, где Ляля нарисована. Следующим этапом нужно налить 200 мл водички в посудину. Медленно высыпать туда гипс и хорошенько размешать. Чувствую себя строителем. Ой-ой-ой. Гипс мы высыпали, теперь хорошенечко все домешаем. Дальше мы должны залить вот в эту формочку наш гипс. Диана, будем заливать? Да. Давай. Аккуратно, не спеша, чтобы гипс попал в каждую складочку нашей ручки. Выливаем весь оставшийся гипс. Нет.
Постучим по тарелочке, чтобы все стало на свои места. Мы почти закончили. Теперь нужно подождать 1-2 часа. Гипс затвердеет. Мы сможем снять гель и увидим нашу ручку. Повторим все то же самое со слепком для ножки. Достанем все из коробочки. Здесь все то же самое. Гипс, гель и инструкция. Мама. Что? Да, это ленточки. Тебе открыть? Да. На. Да. Да. Добавляем 150 миллилитров воды. Высыпаем гель. Гель сразу приобретает розоватый цвет. Диана, ты готова давать ножку? Диана выбирает себе ленточку. Да, сейчас, подожди. Еще хоть? Да. Немножко гель встряхнем. Макаем ножку в гель. Не бойся, не бойся, Дианочка. Мама. Вот так. И ждем 2,5 минуты. Вот так получилась ножка. Сейчас зальем ее гипсом. Вот мы закончили с Дианой делать наши слепки. Ай-яй-яй. Вот это слепок ножки у нас такой получился. Ай-яй. А вот это слепок ручки. Как-то так получилось, что мы потеряли кусочек мизинчика. Ну, ничего страшного. Мне кажется, получилось очень классно. Ручка такая объемная. Диана, видишь, какие у тебя будут теперь слепки? Да. Нравится? Да. Классно. Подписывайтесь на канал Диана Шоу. Не забывайте ставить лайки. Пока.